Этому даже стоит учиться, потому что мы намного меньше ценим красоту сейчас, чем люди того времени. Коротко о важных событиях наступившего дня расскажу вам я, Арина Аксенова, и утренняя информационная бригада нашего канала. Ремонт дорог Новгородской области идет полным ходом. Строители не прекращали его даже в праздники. Так что реализация нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» продолжается по графику. Как сообщает пресс-центр регионального правительства, в первой декаде...